Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В понедельник в Самарской области ясно и без осадков. Днем плюс 1, плюс 3, ночью 1-3 с минусом. Северный ветер, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 2, ночью минус 2 градуса, северный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем плюс 2 градуса, ночью 2 ниже 0, ветер северный 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем плюс 1 градус, ночью 1 ниже 0, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление повышенное, 773 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 55%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.